Что? Короче, мы уже 10 тысяч шагов уже прошли в одну сторону. Пошли привал искать. Место для привала будем искать. О, я что-то... Не помню, что было. Да. Ходили и решили передохнуть. Пикничок, правда, без еды, да? Просто отдохнем. А здесь, кстати, помнишь, мы в прошлый раз здесь зайца видели? Да. Здесь он был. В прошлый раз мы здесь когда шли, заяц скакал. Ну что, вот, мне кажется, хорош. Ну вон там, пониже. Или вон там, пойдем вон. Вон туда. Подальше? Где-то, чтобы гору было видно. Меня видно? Не в то место мы зашли. Да какая разница, здесь везде то место. Ну пойдем. Здесь куда ни глянь, везде то место. Ну пошли. Куда ты хочешь, туда? Да вот сюда прям. Ну, здесь я хотел, чтобы это... Гора была? Чтобы под горой, да. Ну, не там, что остановились. Ну что, думаешь, дальше пойдем? Давай здесь. Здесь, видишь, там... здесь заросли просто, кусты. А там... Горы не видно. Муха какая-то на камне. Или здесь посидим, отдохнем. Ну пойдем туда маленько подальше пройдем. Чуть-чуть подальше. Не можем найти место для провала. Здесь какие-то виды. Вот. Виды некрасивые, да? А? Ну вот, вон там, смотри, вон там. Вон там полянка классная. Нам не заблудиться. А то придется потом МЧС вызывать. А связи нету. Да? Даже вот так вот снимет. Во. Какой здоровячок. Нормально? Уху, вон полянка, хорошая. Да, пойдем. Ты дорогу помнишь еще обратно? Ой-ой. Ну, подумаешь, запутаемся. Иди, проходи. Уху, зимой говорю. Ночью еще тепло, так что... Одеяло не замерзнем, да? Одеялка ты взяла? Это наша полянка. Думаешь? Да, вот это я. А? Вот это дерево. Не. А нет, там было под это. Под горкой там было. Ну что, здесь или дальше? Я не знаю. Пошли дальше. Короче, я выключу пока и пойдем дальше. Потом включим.